Мы по-прежнему в Кабардинке. Приехали сегодня в Кабардинку из Геленджика. Алиса вот правда говорит, будь здорова. Сейчас мы сделали экскурсию по старому парку, побывали вот в доме вверх дном. И сейчас мы возвращаемся. Сейчас мы возвращаемся к машине, возьмем вещи и пойдем здесь на пляж. Ну и хотим немного пройти и поснимать вам Кабардинку, показать, да? Небольшое видео сделать. Да, мы в таком доме вот в Вердном не жили, но нам там очень понравилось, да? Ну что, идем? Мы тут как раз вот выходим, это, наверное, центр Кабардинки. Здесь вот площадь Славы, как мы понимаем, потому что здесь вот памятник павшим воинам, да, связан с Великой Отечественной войной. Вот, там был дом Вердном, но мы его уже показали. Вот такой вот здесь памятник, скверик небольшой, площадь. Вот здесь тоже. Там вот вдалеке рынок, горы. Это сосна пицунская, по-моему, называется, да, которая в Геленджике везде растет. Здесь вот вечный огонь, который, наверное, зажигается на 9 мая, ну и в какие-то даты, посвященные памятным событиям, да. Вечная память. Вечная слава участникам Великой Отечественной войны. Ну, это центр. Здесь, похоже, автовокзал. И вот написано вот так впереди: Кабардинка приветствует вас. С днем рождения, Кабардинка, 180 лет. Ну, мы вот сейчас пойдем по направлению к пляжу. И пойдем покупаемся, позагораем. Пересекли здесь перекресток. Здесь вот все парки, развлечения. Экскурсии. Мы продолжаем наше движение. Здесь везде гостевые дома, винные магазины, лавки одежды и сувениров, отели. Вот эта дорога, наверное, идет вот как раз к набережной. Потому что мы ехали прямо, и налево там старый парк, а прямо, по-моему, набережная. Мы остановились тут попить, потому что очень жарко, 36 градусов, тут около 40. Нам очень жарко и хотим попить лимонада и кваса, да? Алиса пьет лимонад, Егор захотел квас. Да? Пьем и идем на пляж. Здесь вот напротив гостиница «Лиман», а спереди жилые дома, похоже, и там столько много сдают. То есть сюда приезжай, пожалуйста, снимай, насколько хочешь, живи, отдыхай, купайся в море. Ну, в принципе, как мы и сделали. Да. Идем, пока Егор с Алисой допьют лимонад и квас, и идем купаться. Вот впереди домик такой, наверное, гостевой, кастр называется, такой интересный. Торговый центр «Одиссея» справа. Вот здесь мы проходим, тут торговые ряды, кафешки, отели, рыночек, рынки здесь везде на каждом шагу. Одежду, сувениры продают, овощи, фрукты, вино. Девятки здесь разъезжают, еле едут, но зато музыка впереди них едет. Вот в ту сторону пляж, мы туда пойдем сейчас загорать и купаться. А мы идем к своей машине, возьмем сейчас вещи, сумку и пойдем на пляж. Столовая здесь. Если проголодаемся, сюда зайдем, здесь покушаем.
Вот здесь вот сливы прям растут. Вот, пожалуйста, можно рукой дотянуться, сорвать и кушать, да? Вот сколько тут слив растет. Да? Видели, сливы растут? Ну а мы поворачиваем в сторону старого парка, где мы припарковали свой автомобиль, для того, чтобы взять наши вещи и идти на пляж. Здесь еще какая-то стелла. Памятник. Вот вход аллея старого парка. Смотрите наше видео, как мы провели экскурсию в старом парке. Очень красиво, познавательно и здорово. Интересное видео мы сняли. Мы идем по аллее старого парка. И что-то мы так притомились, что решили немножко посидеть, да? Сядем, посидим сейчас и пойдем дальше. Там вот художники рисуют живые картины. Посидим маленько, отдохнем. Вот здесь картины такие красивые рисуют художники, хорошие. Но художник вот. А вы себя нарисовать не хотите? Здесь надо долго сидеть. Да, вот там пацан на территории, если мы еще пробуем. Вот мы вышли из этой аллеи в сторону старого парка. Идем по направлению парковки нашего. Так, ну вот, мы подошли практически к своему автомобилю. Вот здесь вот это старый парк. И здесь вот что-то делают еще, что-то будет в этом старом парке. Да. Ну, а мы небольшую нашу короткую экскурсию по Кабардинке заканчиваем, да, потому что сейчас мы идем на пляж купаться, загорать. Поэтому всем пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх. А Алиса с Егором дарят вам хорошее настроение, да? Да, я вам дарю танчики, цифру 9. А я вам дарю военный самолет и цифру 9. Всем пока-пока. А мы берем вещи и идем на пляж купаться.